Они любят татар, мы любим... Взаимно. Да, взаимно. Всегда слышал такую пословицу, то Ташкент – город хлебный. Красиво. С детства всегда пробовал национальные татарские блюда, и я их просто обожаю. Очень вкусный чак-чак. Чак-чак. С чаем, да? Чаем, чак-чак. Сейчас мы находимся в самом современном районе столицы Узбекистана – Ташкент-Сити. По проекту здесь будут высотные здания, красивые магазины, финансовый центр, уже есть планетарий и, кстати, парковая зона, которую обустраивали российские специалисты. По мнению многих, Ташкент-Сити олицетворяет собой современный Узбекистан – открытый миру, дружескому и деловому общению. И, кстати, в подтверждение этих слов тот факт, что сейчас граждане более чем 80 стран мира имеют право на безвизовый въезд в Узбекистан. Раньше это число было меньше 20. Современный Ташкент в последние годы стал ближе и Татарстану. За счет решения ряда вопросов по конвертации валют, открытой бизнес-политике, две республики сблизились настолько, что сейчас новыми совместными проектами никого не удивишь. Рост товарооборота между сторонами налицо. В 2018 году цифра увеличилась и приблизилась к 146 миллионам долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го товарооборот вырос более чем в полтора раза. А за первое полугодие 2019-го двусторонний внешнеторговый оборот между странами составил 79 миллионов долларов США и также увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза. Две республики связаны железнодорожным и авиасообщением. Осенью и зимой по маршруту Казань-Ташкент узбекские авиалинии выполняют два рейса в неделю и один по маршруту Казань-Фергана. Есть планы запустить авиарейс Казань-Бухара. Крепнет взаимодействие и властных структур, и крупных промышленных предприятий. Перемещаясь по Ташкенту с места на место, мы с коллегой решили заехать выпить чашечку кофе, ну и заправить свой автомобиль. Это первая в столице Узбекистана заправка Татнефти. Бензин из республики, сотрудники местные. В течение дня здесь скапливаются настоящие очереди из автомобилей. В планах Татнефти открыть таких красивых и современных заправок в Ташкенте и Ташкентской области еще 20. Скажите, как у вас? Работы много? Как дела? Да, у нас работы много, машин тоже очень много. А вон как раз к вам подъезжает, не буду мешать. Нравится вам бензин? Да, нравится. Часто заправляетесь? Да, утром на работу, после работы обычно. А знаете, что он татарский? Ну да, говорят, что российский бензин. Да, да, из Татарстана везут, да, специально для вас. Машина хорошо ездит. Одна из крупных татарстанских компаний в Узбекистане хорошо известна. Последняя громкая сделка Татнефти с узбекскими предприятиями Ускем Есанаот и Беринчи резинотехника заводе. Совместное предприятие будет заниматься производством автомобильных шин для рынков Средней Азии и Ближнего Востока. Можно вас угостить настоящим узбекским чаем? Ну и задать, конечно, вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас между Татарстаном и Узбекистаном такие давние крепкие отношения, а за последнее время удалось поднять товарооборот почти на 50%, даже чуть больше. За счет чего удалось этого достичь? Вы, наверное, правильно сказали. Исторически мы очень близки. Последние вот три года Узбекистан сильно развивается. У нас были контакты, отношения, но вот руководство Узбекистана сегодня, оно нацелено на инновации, на
продвижение Узбекистана в мире, формирование партнеров, и как бы она очень хорошо вписывается в нашу стратегию. Мы с огромным желанием имели такое желание расширить наши отношения в этой стране. Сегодня все условия созданы. И результат – это вот товарооборот, который растет. Нам надо уже второй эшелон запускать там. Медицинские, фармацевтика. По удобрениям мы вот снимали компанию, очень интересно, Бионоватика. Да, она тоже входит сюда, наша компания. Она тоже имеет хорошие перспективы. Беречь хлопок, повысить урожайность, не дать насекомым съесть томаты. Этими вопросами в Узбекистане не так давно начали заниматься специалисты из Татарстана. Предприятие «Бионоватик Агро» – совместное, созданное в рамках соглашения о сотрудничестве между республиками. В Ташкентской области татарстанским специалистам выделили землю под строительство. Новое совместное производство в полную мощь заработает в 2021-2022 годах. Что у вас тут? Ну, собственно, вот я про это и говорил. Вот это наша продукция, которую мы завозим сюда пока, которую мы планируем здесь выпускать, это биоинсектициды, биофунгициды, то есть против вредителей, против заболеваний. Есть у нас линейка отдельная, это микробиологические удобрения, и есть стимуляторы. Ну, я о них расскажу чуть позже. Вот, собственно говоря, вот эта коробочка, она обычно в схлопнутом виде, и на нее как раз вот вредители, как раз они проникают вовнутрь и, естественно, портят качество хлопка. Мы добились того, что, используя нашу линейку, у нас получилось защитить хлопчатник от вредителей и от заболеваний. Более того, с использованием наших продуктов мы обратили внимание на то, что обычно стандартная коробочка весит, то есть готовый хлопок с коробочки, он весит около 3 грамм, 2-3 грамма, он и считается так. Коробочки, которые получили мы в итоге наших обработок программы, они весят около 6-7 грамм. То есть за счет чего это достигается? Это достигается за счет того, что мы максимально эффективно применили свою программу, во-первых, по защите, по микробиологическим удобрениям. У нас есть удобрения, которые позволяют фиксировать азот, во-первых, во-вторых, фосфор и калий, которые находятся в почве в свободной форме. Такой результат, вот в два раза больше хлопка получить, впечатлил ваших узбекских коллег? Вообще да, никто не верил и, честно говоря, многие сомневались. Мы дождались специально, чтобы он высох, просох, и все равно получили коробочку около 7-8 грамм. Задача для совместного татаро-узбекского предприятия на выделенной территории в Ташкентской области создать кластер, который будет заниматься биотехнологиями. У меня сразу вытекает вопрос всегда про деньги. Да. Сколько вы вкладываете во все это и на какие рассчитываете прибыли? Давайте посчитаем. Ну, давайте я вам покажу просто. В целом мы проект планировали инвестировать. Вот проект планировали от 5 до 10 миллионов долларов. Угу. Вот. На данном этапе СП создано, мы уже инвестировали в виде продукции, в виде средств около 2 миллионов долларов. Плюс за этот период мы оплатили тот же НДС, который, продавая продукт, мы здесь только в республике заплатили почти 650 тысяч долларов. И параллельно мы создавали рабочие места. У нас порядка 24 человек сейчас работает на нашем производстве. А в перспективе? В перспективе около 50 рабочих мест. Формат делового форума очень популярен в последнее время. Предприниматели и крупные бизнесмены садятся лицом к лицу, рассказывают друг другу о преимуществах своих компаний и взаимного сотрудничества. Все уходят с форума с красочными буклетами и визитками. Личные знакомства дают свои плоды, которые с дерева дружбы снимают позже, но зато уже поспевшие с экономической точки зрения. На сегодня совместно с Хакимиятом Ташкентской области в Узбекистане открыто представительство акционерных обществ «Химград» и «Казанский Гипрониавиапром». Идет совместное проектирование инновационного города «Нурашфон» в Узбекистане. В планах создания в Ташкентской области совместного производства в сфере птицеводства. Татарстанские промышленные предприятия экспортируют в Узбекистан полипропилен, каучук, полиэтилен и многое другое. Татарстанский Акбарсбанк в прошлом году также начал сотрудничать с узбекскими коллегами, предоставив клиентам Кишлок-Курилишбанк кредит на закупку строительной техники и оборудования.
Казань и Ташкент – города-побратимы. А это большой и красивый проспект, названный именем Алишера Наваи, узбекского поэта и философа, который жил в 16 веке. Алишер Наваи творил под псевдонимом, и его острые интересные цитаты до сих пор ходят в народе. Можно сказать, что этот проспект связывает две столицы, ведь в Казани тоже есть улица, которая носит имя великого тюркского поэта. Теперь у татарстанцев есть пожелание, чтобы и в столице Узбекистана появилась улица, которая будет названа именем уже великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Один из древнейших городов мира, основанный по археологическим данным в 7 веке до нашей эры. Центр исторической области и государства Согдиана. Более 2000 лет Самарканд был ключевым пунктом на Великом Шелковом пути между Китаем и Европой, а также центром науки. Сейчас это третий по величине и второй по численности населения город Узбекистана. Здесь кипит жизнь, играют веселые свадьбы, а туристов по-прежнему привлекает исторический центр, красочная площадь и ансамбль «Регистан». Узбекские базары славятся своими красочными сувенирами. И если даже даешь себе обещание не тратить много денег, данное слово ну просто невозможно сдержать. Ассаляму алейкум. Ну как вот можно не примерить такой красивый кафтан? Ой, и весело, и так оригинально. Спасибо большое. Показать свою страну во всей красе в Узбекистане мечтают и татарстанцам. Увеличить число гостей из республики намерены в том числе и за счет новых интересных предложений. Наш собеседник Азиз Абдухакимов как раз отвечает стране за это направление. Вы с таким аппетитом говорите о наших национальных блюдах, но я вам хочу сказать, мы тоже попробовали узбекский плов, но это, конечно, нечто. Он тает во рту, такая вкуснятина. И вот у меня следующий вопрос в связи с этим. Национальные кухни, национальная культура наша, ваша. Как вы расцениваете перспективы туризма, которые у нас есть, у наших двух сторон, и как вы оцениваете текущую ситуацию по этому вопросу? Ну, надо сказать, что мы активно также продвигаем и так называемый зиарат-туризм. В этой связи был организован тур для служителей мечетей, храмов православных из Татарстана, которые посетили наши святые места и которые сегодня зачастую во время своих проповедей тоже призывают посетить Узбекистан, так как все-таки это, я считаю, долг каждого образованного мусульманина и православного человека обязательно посетить те святыни, которые у нас есть в Узбекистане. Это и мавзолей Аль-Бухари, это мавзолей Накшбанди, Ат-Тирмизи, Аль-Фарвани, Аль-Матруди, но также и святые места, вы знаете, в Самарканде находится тоже святое место, мавзолей святого Даниила, которое является святым для всех трех религий, и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. И в этой, с этой точки зрения, я думаю, что Узбекистан может привлекать в качестве зиаратуризма или паломнического, как правильнее, наверное, сказать, чтобы было понятнее, паломнического туризма представителей всех трех конфессий, которые проживают сегодня в Татарстане. В то же время мы развиваем активные виды туризма. Это и горный туризм, это и зимний туризм, агротуризм, этнотуризм. Достаточно сказать, что за последние годы мы провели огромную работу по созданию так называемых гостевых домов, которые являются, скажем так, последним трендом в индустрии гостеприимства, то есть позволяют иностранным туристам приехать в Узбекистан, пожить несколько дней в простой узбекской семье, понять наши культурные ценности, узнать ближе нашу национальную кухню, вместе приготовить наши национальные блюда.
прогуляться по горам, вместе поучаствовать в изготовлении наших национальных сувениров вместе с нашими мастерами-ремесленниками или хунармандами. И не попробовать настоящий узбекский чай – это просто невозможно. Его предлагают в каждом доме, в каждом месте, в магазине, на рынке. И узбекский чай – это не просто чай в нашем понимании, а чай, в котором очень много лимона и очень много сахара. Некоторые наши земляки к узбекскому чаю уже очень привыкли, ведь Самарканд стал для них на время едва ли не второй родиной. Ребята здесь поселились, чтобы контролировать процесс запуска нового производства КАМАЗа. История сотрудничества автогиганта с узбекскими партнерами вышла на новый уровень. Новая линия сборки КАМАЗов. Производство расположено под Самаркандом. Работы идут в одну смену, 60 человек, но пока обеденный перерыв, мы решили сделать наш стендап. В планах запустить производство в две смены и собирать до 3000 единиц техники в год. Сейчас идет сборка первой партии, это 24 КАМАЗа. Новый корпус вырос буквально за 4 месяца. Сейчас на совместном производстве КАМАЗа и предприятия УС «Автотрейлер» кипит работа. На данном этапе идет стадия, когда мы собираем первую партию автомобилей, то есть готовимся на более большие объемы. И сейчас идет обучение персонала, то есть для их удобства мы сделали вот такие вот на экранах, разработали визуализационные карты, то есть они могут посмотреть и проконтролировать свою работу. Этот проект совместно вот с наших двух стран, Татарстана и Узбекистана, происходит как бы в три этапа. Первый этап – это более крупная сборка, которая в том корпусе. А здесь уже мы, так скажем, с рамой начинаем собирать, устанавливаем основные кронштейны, трубопроводы, электрические приборы, электрические провода и все остальные узлы, мосты, двигатели. То есть здесь более такая мелкая сборка. Вначале шайбу, которую... И потом гайку. Аккуратно. Аккуратно. Надеваете и нажимаете. Не-не-не, подождите еще раз. Yes. Да. Большая какая, красивая. Ну, это легендарный КАМАЗ, кажется. А скажите, как идет проверка, например, тормоза, да? Вот я вижу, вроде как, тормозная зона тут. Тут, да, стенд тормозной, проверяем тормоза. Тут, получается, оборудование немецкое, современное. То, что мы сейчас вот тут видим, это у нас что за этап производства? Это, по-моему, уже совсем другое, да? Да, это крупноузловой, получается, поставляется с Татарстана, то есть с КАМАЗа. Силнов поставляется, это крупноузловое. Мы тут здесь ставим, как бы устанавливаем силовые агрегаты, кабины, и на них будет устанавливаться 100%, то есть машина будет ехать на 100% газе. Мощность, получается, этого корпуса до 3000 единиц в год. Расположен этот корпус на 7,4 тысяч квадратных метров. Было тоже, получается, построено, возведено за более короткий период, быстрыми темпами. И получается, сейчас производится сборка шасси КАМАЗ.
Вы недавно назначены на должность. Какую задачу перед собой ставите? Вы ведь пришли уже с пониманием, давайте присядем, продолжим разговор. Вы пришли с пониманием, что будете делать что-то новое, наверное, да? Да, в действительности, наше генконсульство Узбекистана в Казани недавно открылось. До этого генерального консульства в Казани не было. Генеральное консульство Узбекистана, открытое в Казани в 2019 году, уже ведет активную работу по всему Приволжскому федеральному округу, само собой, и в Татарстане. Студентов, вы сами прекрасно знаете, более 3800 студентов из Республики Узбекистан обучаются в Татарстане. По иностранным студентам мы занимаем первое место, лидирующее место. Торгово-экономическое сотрудничество у нас хорошо развивается, у нас увеличение товарооборота в 2018 году по сравнению с 2017 увеличился на 45%. И в этом году ожидается прирост, мы надеемся, и в дальнейшем наращивать. Сейчас есть идея открыть в Ташкенте филиал Казанского федерального университета. Обо всех перспективных направлениях сотрудничества идет речь между руководством республики и руководством узбекской стороны. В планах дальнейшее расширение взаимодействия. С сентября прошлого года начала работу специально созданная группа экспертов, чтобы пошагово обсуждать текущие двусторонние дела. Одно из интересных направлений – участие татарстанских компаний в строительстве и модернизации объектов электро- и гидроэнергетики Узбекистана, а также участие специалистов Казметростроя в продолжении строительства метро в Ташкенте. У татарстанцев свои интересы. Соглашение между Татарстаном и Узбекистаном датируется 93-м годом, и сейчас идет работа над новым документом. Как вы считаете, что должно войти в этот документ? Знаете, вот соглашение – это как бы юридический документ. Очень важно, чтобы к этому соглашению был план мероприятий по разным. Система торгово-экономических отношений, образовательные наши контакты, спортивные наши контакты, поддержка, значит, татарской диаспоры, которая здесь живет, то есть в части сохранения своей самобытности и их потребностей. Наверное, вот эти направления детально расписать, но и мы же понимаем, что большая узбекская диаспора работает, живет в нашей республике. Мы хотим, чтобы не только на какие-то рабочие специальности, а к нам приезжали бизнесмены, создавали. Не секрет, что Узбекистан – это страна с очень продвинутым агропромышленным комплексом, переработкой, с очень продвинутой легкой промышленностью, где мы на самом деле, ну, у нас вакуум, мы все там завозим по импорту. Нам очень интересно было бы вот эти направления. Ну и в части новых направлений, как IT, другие, особенно вот медицина, их очень интересует. Большое количество студентов из Узбекистана учатся в нашей республике. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. У нас очень много общего, поэтому мы... Как братья и сестры, значит, мы исторически уже так сложилось, что мы всегда были близки и будем близки. 300 тысяч наших соплеменников живет в современном Узбекистане. Татарская диаспора одна из самых активных. Судите сами, всеми любимый и знаковый для нашего народа праздник Сабантуй проводился в 8 городах Узбекистана. В Фергане, Бухаре, Джизаке, Карши, Ургенче, в Ташкенте в празднике традиционно принимает участие в среднем 40 тысяч человек. В этом году в Узбекистане пройдет и международный конкурс «Татар-КЗ». Именно узбекская татарочка стала лучшей на прошлогоднем конкурсе. И здесь же, в Узбекистане, планируется провести первый в истории азиатский сабантуй.